Здрасте. Это с какой-то вы к нам трассы? В смысле? Ну, с чем к нам не поступать пришли? А, я хочу станцевать. Так, танцевать? Вы будете на юбилее у прокурора, когда вылезете из торта. А у нас это называется хореографический этюд. Пожалуйста. Мой хореографический этюд. Остановите музыку! Это что сейчас было? А, это Бьонсе. Любушка, люблю тебя, Любушка, пуще жизни люблю. Выходи за меня. Не могу, Федор. Уезжать мне надо. Куда уезжать, Любушка? Учиться, Федор, учиться. Да как же так? Неделю назад вернулась, Любушка, отучилась уже. Прав ты, Федор, прав. Честно тебе скажу, отец, помимо воли моей, замуж меня выдает за сына пахаря. Да как так-то, Любушка? Я же и есть сын пахаря. Прав ты, Федор, прав. Не хотела говорить тебе, да не будет нам счастья. Мать моя против союза нашего. Да что ж ты говоришь-то, Любушка? Она же сама тебя ко мне домой приводила свататься. Прав ты, Федор, прав. Да только не в себе тогда мать была. Есть в ней что-то нечеловеческое, необъяснимое. Ой. Здравствуйте, ребята! Здрасте! Здравствуйте, я ваш новый педагог по пению. Меня зовут Анжелика Ляляфаева. Давайте быстренько перекличку проведем, да? Все ли здесь? Так, Тара-та-та-та-таев! Здесь! Здесь, да? Дальше давайте по списку. На-на-на-на-на-на-на-на-неев. Здесь. Угу. На-на-на-на-на-неева. Сестра тоже здесь. Ага. Ребята, вот это очень длинная фамилия, я могу ошибиться, если что, поправите меня, значит. Та-та-тара-та-та, та-та-тара-та-та, та-тара-тара-тара-тарашвили. Все правильно, я здесь. Вы здесь, да, значит, дальше. Дон-дики-дики-дон-дон-дон-дон-дики-дон-дон-берг. Так и тут. Ага. Вот, я не знаю, девочка или мальчик, ладно, поправьте. Туру-туру-тучук. Я тут. Все понятно. Ребята, значит, чики-пи-барум. Будьте здоровы. Я работаю отлично, премирован много раз. Только жаль, что в жизни личной очень не хватает вас. Из-за вас моя черешня, ссорюсь я с приятелем. Да чего же климат здешний на любовь влиятелен? Я тоскую по соседству и на расстоянии. Ах, без вас я, как без сердца, жить не в состоянии. Федя! Но про новые рубахи и костюм, что в праздник шил, мне районный парикмахер комплименты говорил. Ничего не жаль для милой и для друга ничего. Для чего ж ходить вам мимо, мимо взгляда моего? Обо мне все люди скажут. В чем твоя фишка? То, что я всех дурю, что якобы я тупая, якобы я такая тупенькая, смешная. На самом деле, что я очень острая, очень прожженная, светская девочка, как Караулова. Поэтому кто не догоняет, это просто лох. Ой, блин, а нас дома нет. Мы это, в Египте. Ой, Галя, дорого разговаривать, давай. Фух, вроде все взял. Я вроде как от Телеусовых отмазалась. Ага. Че, горошек взял? А то я же салат нарезала. Ой, а горошек забыл, прикинь. Как горошек забыл? А как же? Все, сыночек, разряжай елку. Ложись спать. Встретили Новый год.